Друзья, всем привет! Только что позвонил Мурат, пригласил на природу сделать очень вкусные блюда. Я недолго думаю, погода у нас шикарная просто. Вот, сел на машину, едем в Адыгею. Там очень тоже очень красивые места, как и в Краснодарском крае. Так что не пропускайте интересные моменты, будут очень классные видосы скоро. Все, мы начинаем, поехали. Привет, привет, Мурат! Здравствуйте. Сколько ваша баранина стоит такая? 650. 650? Давайте. Молодая, хорошая? Все, давайте. Спасибо. Ну что, ребят, взяли мы такую баранину классную, приготовим очень вкусное блюдо. Не переключайтесь, скоро будет все интересно. А, ну все, ну ты имей в виду. Юбка платная. Я поняла. Вас тоже платно? Хотя вы меня снимаете. Почему? Хотите вас? Лучше бы меня сняли. Вот, все, передавайте привет. Да, вот и приглашаем вас за сыр. Как вас зовут? Я Людмила. Людмила, очень приятно. Это адыгейский сыр, да? Да, у меня все есть. И адыгейский, и сыр. Сами делаете? А как? Молодцы. Хорошо. У меня даже козий сыр, уважаемый. Да вы что? Вот подойдите. Вот. А этот, а молоко ваше или да, покупаете? Да, это козье молоко. Это козье. Вот это, да? Это весь козий сыр. Да. Классно. Он, наверное, с Ростова, да? Да. Он снимает для своей жены. Снимет ничего. Это передача или что? Это очень хорошая передача будет. Звезда экрана. Ну, думаю, нет. Ничего, опять я собака привлекали. Улыбайся. Анда, че на каре? В первую очередь вот с мяса надо убирать то, что вам не нравится. Вот мне, например, не нравится вот эта верхняя пленочка. То есть мы ее убираем. Вот так, друзья. Вот это кому-то нравится, я не спорю, но я убираю. На цвет и вкус товарища нет.
Все, получилась вот такая красота. Друзья, мы ж вот эту часть купили с продолжением этого ребра. Как вы видели, я это все отрубил. Вот. И теперь по два ребрышка мы вот так нарежем. Вот на такие кусочки мы нарезаем. И как семечки будем щелкать. Ну что, друзья, для самого вкусного шашлыка нам потребуется классная специя. Вот такое горное место и... хорошее настроение. Начинаем мариновку нашего мяса. Перемолим соль. Хочу добавить еще гранатовой соли, вот такую. Ух ты! Так, потом у меня есть приправа для шашлыка, как нельзя кстати это сейчас. Вот. И карри нежная, очень. Ух ты! Так, и все это мы сейчас перемешаем хорошенечко. И то же самое с обратной стороны. Друзья, запах стоит, ну, просто сумасшедший. А когда это все будет на углях жариться, это просто будет такой запах стоять. Вообще, я считаю, самый вкусный шашлык – это из баранины. Вот. Тем более, мы сегодня его сделаем на вертеле. Это просто будет объедение. Друзья, посмотрите, какую вещь мне Мурат подарил. Вот. Но для нашего блюда нам понадобится не вот эта часть, да, а вот эта вилка. Вот она. Но в комплекте идет и это, и это. Так. Вот. Мы ее сейчас зафиксируем. Насадим. Вот так. И она у нас крутится, ребят. Вот. А пока мы это будем все дело насаживать, нам моторчик не нужен. Так, и насаживаем нашу спинку вот этого молодого теленочка, ягненочка, то есть. Все, друзья, сейчас наши дровишки прогорят, и на этих угольках мы будем жарить. Подключаем наш двигатель к нашему вертелу. Работает как сотовый телефон. Заряжаете и поехали, хоть на природу, хоть куда хотите. Вот так зафиксировали. И теперь это устанавливаем на мангал или там, где вам нравится. Мы сегодня это будем делать на мангале. Поехали. Так. 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 Ну все, друзья, все, что мы могли, мы сделали. Теперь вертел нам это перекрутит. Все, часа за два будем доставать и дегустировать. А мы будем делать остальные блюда. Поехали.
Друзья, пока наш вертел крутится, мы наши ребрышки насадим и быстренько их поджарим. Друзья, как он жарит. А вот это действие нам дает такое равномерное распределение всей специи по всему куску. Все, друзья, сейчас подготовим картофель и начинаем его насаживать. Друзья, а картошечку мы поджарим на бараньем жире. Получится, ну, просто сказочно. Так, друзья, смотрим, что у нас там вертится. Ну что, молодежь, прогулка понравилась? Да. Завтра пойдем еще? Конечно. Все, молодцы. Сейчас что будем делать? Сейчас попкорн жарим. Попкорн ждете, да, все-таки? Дядя Александр обещал попкорн. Как вы вовремя меня домой притащили, там еще барашечка жарится. Сейчас. Кто из вас любит попкорн? Я тоже люблю. Молодцы. Луна. Луна? Ну да. Что, пойдемте посмотрим, что там делает дядя Саша? Да. Все, аккуратно спрыгивайте, аккуратно. Вот, пойдем. Альберт, сегодня будем делать попкорн, да, как вчера мы обещали тебе? Да. Да? С апельсином, Роберт, сделаем? Да. Да? Вот там под навесом лежат 4 апельсина. 2 ты принесешь, а 2 ты, Роберт, хорошо? Все, идем за апельсинами. Так, давайте мне сюда апельсины. Раз, два, да? И ты, Альбертик. Четыре. Два, три, четыре. Правильно. Все, и мы вот так их сейчас нарежем. Вот так. Ну что, пацаны, сейчас будем закидывать попкорн. Самый ответственный момент. Давайте, поехали. Опа. Так. Быстренько перемешаем вот так. Все. И накрываем крышку.
Ну что, друзья, потихонечку собираем наш попкорн. Так, смотри, уже готово. А на дне получаются еще те, которые в процессе. Иди сюда, Альбертик, помоги мне. Сюда иди. На, держи вот эту тарелочку. А я вот так. Раз. Запах нравится какой? Классный. Чувствуешь вкус апельсина? Да. Видишь, как классно. Вот. Че, Альбертик, твой любимый попкорн? Да. Молодец, сынуля. Видишь, дядя Саша вам пожарил. С утра. Дядя Саша, ну когда попкорн? Дядя Саша, ну когда помой? Вот. А это так, Саня, когда обещаешь, в смысле там... Без вариантов уже отмазаться, покоя не будет, да? Смотри, какой тазик мы забахали. Так. Конвейер наладили. Открываем бизнес. Уже можно эту попкормовую открывать. Роберт, а ну пробуй. Смотри, какой тазик он. Все, идите кушайте туда. Сейчас я к вам еще подойду. Ну что, как? Так, пробуем. Честно говоря, первый раз с апельсином. Да? Да. Вкусно? Да. Молодец. Угу. Прям вкусный получился. Правильно, правда? Спасибо. Ну да. Я, кстати, люблю попкорн. Сильная вещь. Ага. Посмотрите, какой шикарный цвет приобретает наша барашка. Вообще, ой-ой-ой, золотистый, золото просто. Вот так, и картошка. Друзья, и только сейчас мы посолим гранатовой солью от Мурата. Ссылка на его интернет-магазин со специями будет в описании, друзья. Саня, собственным жирком от барашечки, да, промазываешь? Да, да, да. Мы же между картошкой ставили жир барана. И теперь он начал подтаивать, и мы его распределяем по всей картошке. Да, это супер, братан. Запах стоит такой, что просто скулы сводит уже, ребят. Ждем не дождемся картошку, мяска и вперед. Ну что, друзья, наше блюдо уже готово. Снимаем его с вертела и начинаем дегустировать. Так. Опа. Сюда. Снимаем наш двигатель. Так, друзья, картошка тоже надо. Ой, хлебушек какой. Так. Так. Опа.
Что, Мурат, как тебе блюдо, братан? На вид космос. Давай супер, будем пробовать. Да? Давай. Так, Саня, я... Ты разрежь вот это мясо. А, все. А я картошечку сниму, что полегче. Все. А то я устал. Ой-ой-ой. А смотри, какой с него сок идет. Да. Прям напополам я тебе его разрезал. Это что, один тебе, один мне, что ли? Нет, вообще, посмотри. Ой-ой-ой, смотри, какой он сочный. Смотри, вот он сок, вот. Вот что значит вкусное мясо. Вот. Вот ну это я понимаю. Ах, только горячо. А смотрите, какой сок, друзья. Вот это я понимаю, мяско. Ах. Ну что, Мурат, пробуем наше долгожданное блюдо, да? Я с жирком люблю, Саня. Картошечка. Хлебушек наш, Мурат. Хлеб я дома поем, да? Саня. Хотя. Ой, какая сочная барашка. Ребрышек попробуем, Мурат. С удовольствием. Друзья, эти ребрышки просто семечки. Хорошо идет, Саня. Великолепно. Молодая кукуруза. Великолепно, Саня. Да, очень вкусно. Мурат, у меня созрел тост. Давай выпьем, пожелаем здоровья нашим друзьям. Поддерживаю. Да, братан. Давай. Опа. За вас, друзья. За ваше здоровье. Чтоб все у вас было хорошо. Будьте счастливы, будьте богаты. Будьте здоровы. Да. Ой, как хорошо. Саня, помидоры что не кушаешь? Бочковые. Я даже не знаю, от чего к чему переключиться, так все вкусно. Бери больше и кушай с удовольствием. Саша, мясо тебе отрежу кусочек. Давай, Мурат, посмотри, давай. Какое оно, посмотри, какое оно сочное, давай, шикарное. Держи, братуха. Давай. Прям слов нету, братан. Вообще. Вертел отработал на все 100%. Кстати, друзья, если вам понравился этот вертел, мне он вот реально понравился. Ссылку на этот вертел я оставлю в описании под этим видео. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся совсем ненадолго. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока, друзья. Ой, мясо просто мясо шикарное. Супер. Вертел отработал на 100%. Тебе понравилось, Саня? Мурат, мне очень понравилось. Хороший подарок. Я знаю, что хочу подчеркнуть. Ну. Самое главное в вертелах – это удобство. Вот. А это, понимаешь, ты его включил, и все. Не надо тебе ни электричества, ничего. Ты его дома зарядил, как телефон, и выехал на природу, куда да. тебе угодно. Да. 10 часов крутит вообще без перерыва. Можно, я не знаю, ну что вашей душе угодно.
зажарить и кайфовать с семьей, как мы сегодня. Ну что, еще раз прощаемся с вами. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока, друзья. Всем пока-пока.